Выразив надежду на дальнейшее успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Эстонией, глава государства отметил важность взаимных контактов и сказал, что с этой точки зрения визиты председателя парламента Азербайджана в Эстонию и председателя парламента Эстонии в Азербайджан вносят вклад в расширение двусторонних отношений, в том числе парламентского сотрудничества. Касаясь визита делегации во главе с Юри Ратасом в Шушу, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что этот визит очень важен с точки зрения возможности воочию увидеть широкомасштабные разрушения, совершенные армянами на этих территориях во время оккупации. Говоря об отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном, глава государства очень позитивно оценил итоги своего последнего визита в Брюссель. Отметив заявление президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, он подчеркнул, что ЕС играет важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Отметив важность связи с Европейским Союзом для нашей страны, глава государства сказал, что эти отношения многогранны и помимо традиционного энергетического сектора охватывают и другие направления. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что созданная в нашей стране современная транспортная инфраструктура и коммуникации, связывающая Азербайджан с прикаспийскими государствами, а также в западном направлении, будут играть очень важную роль во взаимосвязях между Европой и Азией. Председатель парламента Эстонии Юрий Ратас в первую очередь поздравил президента Ильхама Алиева и наш народ с 28 мая, Днем независимости, подчеркнул важность проведения 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Юрий Ратас довел до внимания, что в ходе визита в Баку провел плодотворные и продуктивные встречи. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.